Сейчас мы будем снимать, как бойцы копают. Один что ушел, не хочет копать, да? А, ты за двоих. Или ты что-то это срезаешь, кроме приближаешься на целый штык. Молчаливые бойцы. Кирилл, поснимай меня, я превращу сейчас в бульдозера. Как я раньше попал, да? Кира, видишь, ты тут срезал? Да. Все. Показуха закончилась. Сейчас дети докончат еще там 2 километра копать. Потом мы пробежим 3 километра, искупаемся в ледяном карьере, и тогда можно будет поесть шашлык, если он не сгорел. Пойдем смотреть шашлык. Вот наш шашлык. Перевернуть. О, класс.